Успех развития туризма в очень значительной степени зависит от человеческого фактора. Останавливаетесь ли вы в отеле, знакомитесь ли вы с достопримечательностями страны или посещаете ресторан, вас везде встречают люди. Поэтому бурно растущей туриндустрии Азербайджана необходимо усилить взаимодействие между студентами и выпускниками профильных университетов и туристическими агентствами и компаниями. Мы должны создать эталон обслуживания Азербайджана. Как вы знаете, из разных стран приезжает очень много туристов. По статистике оставшиеся довольным, говорит друзьям. Как сарафанное радио, то есть и развитие дестинации, географии потока туристов, это зависит от образцового обслуживания. По итогам 11 месяцев международный аэропорт Гейдара Алиева обслужил 3 миллиона 750 тысяч пассажиров. Это на 25% больше показателя за этот же период прошлого года. Взаимодействие высшего учебного заведения и те организации, которые принимают туристов, это безусловно необходимо. Да, сегодня мы очень тесно в контакте работаем с многими вот этими предприятиями, учреждениями. На мой взгляд, это недостаточно. Вот поэтому мы сегодня опять же решили сегодня здесь собраться и обсудить вопрос по поводу потребности тех специалистов, которые выпускают наш вуз. Среди мнений, прозвучавших на семинаре, было и такое. Необходимо улучшать трудоустройство студентов, которые чаще всего сталкиваются с неумением представить, подать свои навыки. Также прозвучало предложение знакомить будущих студентов со сферой туризма еще до вступления в вуз, чтобы, придя в университет, студент мог максимально сконцентрироваться на знаниях, которые ему пригодятся, при этом, чтобы уже с первого курса большую часть времени он проводил на практике в тех же отелях и ресторанах. Владислав Ващишин, Нами Гасанли, CBC.